Смотрите, с кем мы летаем! Привет, ребята! Вот так вот, встретились с Витей сегодня. Да, у меня сегодня будет, походу, второе видео за день. Ребята, Витя узнали. Витя раскрыт. Даже раздает телефоны, да. Это у меня екатеринбургский номер. А мы снова пришли в дайнер, короче. Сейчас будем кофеек пить. Во. Смотрите, кто пришел. И никто не здоровается. Ура! Так, ну и что, можем подтвердить твой тест, помнишь, когда вы тут сидели, да? Да, ну, да. Реально, ну вот я роллы поел, кстати, вот такие вкусные, но мне понравились. И васаби такой, что я сейчас на концовочку кусочек такой съел, и сейчас слеза скоро пойдет уже. То есть, ну, нормальный васаби, да. Вот так, ребят, я всегда правду показываю, видите? Пришли, попробовали, вот так вот. Так что приходите есть. Приятно. Бургер уходит. Помечем. Так, ребятки, ну что, мы в тот раз пивную часть этого заведения не снимали, а теперь вот мы спустились вниз, у нас тут отдельная вот такая, сейчас покажу. Такая вот, видите? Вот так вот все сидят. Вот так выглядит пивная часть. С футбольчиком. Видите? Со всеми делами. Так что вот сидим здесь теперь. О, кому интересно было, как выглядит пивная часть этого заведения, вот так вот я показал. Все, дальше, если что-то будет интересно, вот Витя начнет трансляцию, я тоже покажу, как это выглядит со стороны. Да, скоро будет, скоро, видишь, уже. Вот уже, да. Раз. Теперь не надо никуда устанавливать, там телефон вон поставил, зажал его там и все. Ребятки, вот так трансляция вся это выглядит со стороны. Витя пока там занят, рассказывает про Кидалово. Вот так это все выглядит. Вот так выглядит сам дайнер, то есть видите. Идет трансляция, сейчас я вам поближе покажу. Придите завтра. Завтра опять та же ситуация, а потом он говорит, верните мои деньги, и мы говорим, нет, ребята. Вот так вот. Все это примерно вот так вот выглядит. Я пока отойду перекурить, потому что... Там Витя не курит, он занят трансляцией, а я пока выйду перекурю. Ну и там видно будет, что будет дальше. Вот так вот сидим мы в этом дайнере, видите, время уже у нас без 15:09, то есть скоро уже будем разбегаться, сейчас закончит Витя трансляцию свою и будем расходиться потихонечку по домам. Ну, быстренько приеду, смонтирую, посмотрите, как все это выглядело, так что пока сидим еще. Вот такая вот. Я разыгрываю ВКонтактике сертификат, ну все как обычно, там быть участником группы, я думаю, Витя закинет ссылочку на группу в описании. Нужно сделать репост записи, быть подписанным на группу, и у вас есть шанс раз в 3 или в 4 дня получить вот такой вот сертификат на шиномонтаж. После того, как все переобуются, такая же движуха будет с маслом. Вот, я ребятам привез по одному сертификату, мне, в принципе, не лень. Ну, кстати, реально очень актуально, потому что мне как раз вот скоро надо менять резину. Да, сейчас мы вот прям пишем. Один, Виктор Петровский. Спасибо большое. Как бы нам подключить бы Wi-Fi, что интересно, ну просто, блин, ну, Stream Web Connection пишет, действительно, это проблема сейчас с Wi-Fi здесь. Ну, не с Wi-Fi, а с 3G, как на бы не авто. Берет. Audi TT. Audi TT. Номера москальские. А я не помню свой. 817, по-моему, а регион 97. Ребят, да, действительно, что-то я... Так, всем привет. Сегодня какой день? Четвертое, да. Четвертое. 11. 16. Да-да-да, я помню. У меня сейчас вот вместо печати даже... я с собой печать не брал, поставлю подпись. Я думаю, сам себе я поверю, что я, видите, выдал сертификат. Кто там жаловался на пустой стол, пожалуйста?
А ты что, пиносик? Это не мне. Опустите свет. Ой, я что-то... А! Что за... Вот, ребята, раз, сертификат Вите. Спасибо. Приезжай, как тебе из Домодедово приедет резина, приезжай переобуваться. Из Домодедово уже не приедет, кстати, жду уже здесь. Мою резину, кстати, ребята, в Домодедово взяли и зашнырили, короче, я там вообще, прикинь. Реально забрали. Так что, ребят, кидают не только в Симферополе, кидают и в Домодедово тоже. Не, в Москве в Домодедово, ребята, это вообще еще круче в 10 раз. То есть я оставил свою резину на СТО, ну, на шиномонтаже. И говорю, что если в течение 3 дней не заберет у меня человек, получается, мою резину, да, ну, должен был приехать Эдик, сын Андрея Домодедовского, и забрать. Но Эдик сам в Крым уехал. Я говорю, ты ее оставь на хранении, потом просто приедет человек, оплатит и заберет. Да, он, да, хорошо. Андрюха сегодня приезжает к ним, то есть он по видео, по моему лайв-трансляции, увидел, где они были, то есть все, ну, где я менял резину. Приходит, находит того парня, говорит, где резина с Audi TT, номера такие-то. Он говорит, что, ой, вы знаете... сказали, что в течение 3 дней заберут, а потом, когда я хотел ее оставить типа в хранение, у нас же надо заранее деньги платить, 2500. Ну и получается, что хозяин Audi TT сказал, что если что, чуть ли не выкинуть эту резину. Я говорю, как выкинуть? Ты что, там новая практически резина, зимняя, 4 колеса было. Ну, короче, факт в том, что ее просто нету. Чеков у меня никаких нету, что я где-то ее оставлял. Ну, как бы по-людски все было так решено. Я думаю, ну, Домодедово, небольшой городок. А сейчас ты что будешь с резиной делать? А сейчас я с резиной буду ставить или новую зимнюю резину, или бэушную зимнюю резину. Ну, у нас так-то и продается. С ребятами там пообщаются тоже. Так, а вот они что, и тоже слушают это все? Ладно, пока здесь сир. Вот такой сертификатик выдается. Вот так вот, смотрите, ребят. Видос, любое. Вот так вот, ребятушки. В описании под видео будет ссылочка на группу Ваню. Ну так что заходите, сделайте репост, вступайте в группу. И у вас есть шанс получить такой же сертификатик. Очень, я думаю, неплохо так на шару поменять резину. Сколько стоит вообще поменять резину? Ну, насколько я помню, на твою тачку 1200. Вот так вот, ребята. А тут, считай, бац, и на шару. А теперь вопрос такой хитрый. А с балансировкой? Естественно. Еще и с балансировочкой, ребята. Нормально, ребят. Когда, ну, вот полностью. Нет, да. Сезонная замена резины, она, естественно, проводится с балансировкой. Не, ну я просто, а вдруг у тебя без балансировки, за балансировку еще дайте тысячу. Я-то вас симферопольских-то знаю уже. Не, Макидаловым не занимаемся, нам интересно. Так что, ребята, все в описании под видео, переходим, вступаем в группу, делаем репост, получаем вот такой сертификатик и вообще в шоколаде переобуваемся. Как раз сейчас подошло время, что пора переобуваться, так что то, что надо. Ну да. Ну да. Смотрите, как они настраивают качество трансляции. Видишь, и пишет Stream Bad Connection, это то, что... Да, Stream Status Bad. Прям в трансляции я не могу изменить. Да. Не, а вот это вот... Не, это эффект. Так. Правда, увлекательное видео получается. Стоят и печатают. Бедный айфон не понимает, что от него хотят. Ну слушайте, ну может где-то связь получше будет. Надо какой-то этот зонтик. А ты выше подними, потому что с усилителем, да. Будет связь, интересно, тут. Ребята, видно, что вот для вас вот идет человек, он готов танцевать даже. Ты бы видел, ты что, статив купил специально? Кстати, не купил, а подарили мне подписчики из Ялты, кстати. Какой именно? Я купил специально. О, блин, ну что, лучше? Нет? Ну, значит. Ну, слушай, ну на штативе вообще крутят, потому что вот так вот ставится. Конечно, все ровненько, ничего не трясется. Ну, да. Мандража не никакого не было, нет. Было, такого. Ну все, ребятки, будем расходиться, прощаться уже. Уже время 10, а мы все сидим, трещим. Давай, там, давай. О жизни, о работе, обо всем поговорили. Так что со всеми вот прощаемся. Всем пока. Пока-пока. Да, все, пока. С Витей мы еще не прощаемся, да, мы уезжаем. Так что, ну, на сегодня, пожалуй, все. Это и так будет второе видео уже. Так, я думаю, хватит вам лить и лить этого видео. Ну, всем пока.